Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале YouTube. Сегодня у нас очередной обзор слаймов, которые были куплены в магазине. Вот эти слаймы мы будем сегодня рассматривать. Здесь есть новинки. Для того, чтобы это не пропустить, не перекручивай видео, а смотри по порядку, потому что есть очень интересные экземпляры. Итак, приступим. Пока не начали, поставь мне лайк. Мне всегда приятна ваша оценка моей работы в виде лайка. После этого хочется делать что-нибудь приятное для вас. Ну и обязательно напиши в конце комментарий, что ты думаешь по поводу этих слаймов и были ли у вас такие. А теперь приступим. Первый слайм. Вот такой двухцветный, красивый. Этикеток нет, кроме вот этой. Сделано в Китае. Надпись. И вот здесь мне очень интересно, потому что мое мнение, что здесь есть ошибка. Кто найдет, пишите в комментариях. Красивый. С блестками слайм красный, не жидкий, хорошо вынимается, красивое сочетание цветов, желтый, красный. Кликает. Интересно. Пахнет гуашью. Смешаем. Крошится, естественно, не липнет к рукам. Нужно перемешать. Жаль, что он немного резиновый. Был бы такой красивый слайм. Мой девиз. Если я купила слайм, а я ищу идеальный антистресс для себя, то он должен быть уже рабочим, потому что я не хочу добавлять какие-либо загустители и что-либо с ним делать. На разрыве очень красиво. Василиса, иди к нам. Молодец, Василиса, иди. Но как антистресс он немножко не годится. Моя оценка, наверное, все-таки 3 или 2. Очень был бы красивый слайм, если бы он был правильной консистенции. И упаковка у него хорошая. Поэтому все-таки, наверное, 3 из жалости. Следующий слайм вот такой. Кошечка. Прозрачный, зелененький, без этикеток. Упаковка мне не нравится. Складывать будет неудобно. Василиса, иди сюда. Что ты скромно так ставишь-то? Василиса мысленно с нами. Очень мало кликает. Растягивается, если осторожно.
не липнет к рукам. Даже не рвется. Пахнет нейтрально. Жестковат. Два или три, не больше. Как антистресс. Все-таки на троечку, наверное. Но так как упаковка рвется, то двоечка. Между тройкой и двойкой. Вот как упаковать, чтобы он не высох и не убежал. Неудобно. Вот такая кошечка. Следующий слайм у нас вот такой. С каким-то героем внутри. Если вы знаете, кто это, пишите. Слайм прозрачный, зеленым. Единственная надпись вот эта. Больше ничего нет. Посмотрим, как он внутри. Не жидкий. Вынуть у меня не получилось. Опять колокольчик стоит. Кстати, вы тоже нажмите на колокольчик на канале, на моем, чтобы знать, когда мне выходит видео, и не пропускать. Освободим героя. Внутри осталась его подставка. А у нас красивый зеленый и прозрачный слайм. Кликает хорошо. Честно говоря, даже по структуре они разные. Прозрачный более мягкий, зеленый более твердый. Интересно. Прекрасно тянется, не разрывается. Это я специально взяла. Не прилипает к рукам, пахнет гуашью. Слайма много. Слайм жестковат. Вот хочется чуть-чуть, чтобы он был слайм мягче. Потому что приходится прикладывать усилия, чтобы перемешивать. Вот не могу поставить больше, чем тройка. Что это такое? Даже нужно растягивать очень медленно. Сегодня не получается, даже медленно. В общем, три. Пусть я буду злая. Три. Итак, герой приобрел свою подставочку. А я упаковываю обратно слайм. Итак, у меня осталось самых два интересных слайма. И что же мне посмотреть? В магазине я увидела вот такой стаканчик с надписью «Слайм». Трубочка, лед. На какой напиток похоже? Что вам это напоминает? Пишите.
упаковано все герметично. Здесь у нас полиэтилен, чтобы не выпало оттуда ничего и не стало жестким. А здесь написано, что это кристальное что-то будет. Так, еще написано, что это не токсичное. Прям надпись написана, что это не токсичное. Много еще различных надписей. Мне нравится, как оформлено. Посмотрим, что внутри. Ух ты! Красота! Посмотрите. Напоминает мороженое. Такого я еще не встречала. Итак, посмотрим, что же это. Честно говоря, напоминает горный слайм. Каково ваше мнение? Напишите мне в комментариях. Кликает. Пахнет так себе. Уже вижу, тянется превосходно, красиво смешивается, хоть цвета серенький, но получается красиво. Растягивается хорошо, прозрачненько. Не сразу рвется. О, Василиса пришла. А мы тут без тебя слаймами балуемся. Хрустит. А мне нравится этот слайм. Вот он как раз то, что необходимо. Вот ему стоит поставить лайк. Кто покупал такой? У вас он тоже был такой идеальный? Он очень приятный на ощупь. Он растягивается. Он мягкий, не липнет к рукам, щелкает. Как антистресс он будет работать превосходно. Мне он нравится. 5 из 5. Единственная небольшая проблемка – это цвет. Это мое личное мнение. Советую. Мне попался очень хороший слайм антистресс. Последний на сегодня слайм. Бомба слайм. Это тоже первый раз слайм такой у меня в руках. На коробке написано, что это российский слайм. Гордость вызывает. Что он кликает, хрустит и тянется. Проверим. Вот здесь написано, что он где-то в России, я читала. Красивая упаковочка. И цвет видно. И тем не менее упакован. Посмотрим, что внутри. Внутри клей. Он размером чуть больше, чем коробочка, чтобы не выпадал. Прикольно. Шар. Шар. Можно прямо это в колдунью играть. У нас вот такой шар. Зеленый слайм с блестками.
Это две половинки, как хранится будет, тоже не знаю. Открывается довольно-таки легко. О. Без упаковки он просто красивый, изумрудного цвета. Нереально изумрудный, с блестками. Мягкий, но не жидкий. Растекается по столу. Кликает. Ой, порвала. Очень мягкий, прям вот на лизуна даже похож, леденистый. Пахнет, я не скажу, что яблоком. Красиво растягивается. Прозрачненький. У меня практически к нему нет претензий. Так, чуть-чуть. Вот из-за этого он все-таки немножко рвется. Возможно, нужно поиграть им, размягчить. Я ожидала немного лучшего нового производителя. Приятно, но не больше четверочки. Как антистресс может работать, но лучше всего вот это. Вот такие слаймы сегодня были у нас на обзоре. Для себя я нашла прекрасный антистресс. Остальные были разные категории. Тут еще ничего так. Попробуйте. Может быть, кто-нибудь уже попробовал наш российский слайм. Напишите в комментариях. Интересно очень. Может быть, у вас лучше он, чем мне попался. Естественно, поделитесь видео с другими. Может быть, кому-нибудь пригодится. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и приходите на следующие видео. Я вас жду каждый понедельник и четверг. Теперь точно все. Пока.